знаете, я постараюсь быть предельно толерантным, как сейчас любят все говорить, и кратким. Прежде всего, хочу обратиться к господину Януковичу. Президента Януковича больше в истории нет. Кто это сказал? По-перше, я не ваш опонент, я ваш вырок. Я вам скажу, то, что вы так бурно развиваете, меня это абсолютно мало интересует. Сегодня вы должны вспомнить, что вы сильный человек, и уйти в сторону. Я тебе поясню, зайдешь до меня окремо, поясню. Прекратите вещать на пресс-конференциях, больше не интересно, скучно, простите, уйдите. Я не знаю. И после трижды судимого и дважды сидевшего Виктора Федоровича Януковича, вообще, я говорю, президентом может быть любой. Я вам хочу сказать, что я вам не завидую.